Морозы сделали свое дело, и сегодня дорога по улице Тополиная в микрорайоне Михайловка вполне проходимая. Но это сезонный комфорт, говорят местные жители. А летом, весной и осенью участок превращается в настоящее бездорожье, которое порой не в силах преодолеть не только люди, но и машины. Такси тоже не приезжает. Было дело вот до этого еще. Дедушка умер, скорая не могла подъехать. Фронтовик. Фронтовик, участник войны был. Дети также ходят, ну, как бы грязные, сами не можем. Когда можно было, например, в тапочках или все, в магазин идти, а тут надо или на машине, или в сапогах. Люди, живущие тут со дня образования улицы, говорят, что дороги не было никогда. Они пытались, как могли, сами исправить ситуацию, но поняли, нужны куда более кардинальные меры. А на это ни сил, ни денег нет. Вот и решили принять участие в программе. Да, куда деваться? И смотреть, как вот мы-то, ладно, вот пенсионеры еще более-менее ходим. Есть старше меня, вот еле ходят с палкой. Они не знают, или по улице идти, или по грязи, ну, как бы. Машина проезжает, обрызгивает, как говорится, отойти не могут. Ну, тоже ведь надо, хочется жить по-человечески. Пока собирать, ну, планируем собирать на щебень, вот, ну, твердое покрытие делать. Было собрание 24 числа. Ну, вроде бы лед тронулся. Жители планируют, благодаря участию в программе поддержки местных инициатив, отсыпать щебнем улицу Тополины и частично улицу Ветеранов. На собрании проект поддержали практически единогласно. Свою лепту в качестве спонсорской помощи решил внести депутат горсовета Геннадий Сапожников. Жители надеются, что их проект будет одобрен конкурсной комиссией. В последующем они намерены заасфальтировать такую нужную дорогу. Марина Медвинская, Валерий Зазулин. Время новостей.